Самой обсуждаемой новостью вторника стал пожар в войсковой части на Фолюше. Очевидцы из близлежащих домов утверждают, что слышали взрывы, а после над территорией части поднялся черный столб дыма. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, вокруг части было выставлено оцепление. В районе полудня в одном из хранилищ с техникой произошло возгорание внутри боевой машины. Экипаж машину покинул своевременно, все живы и здоровы, никто из военнослужащих не пострадал, все люди проверены, никаких царапин, ссадин, ничего нет, все живы и здоровы. Значит, сотрудниками МЧС осуществлено тушение пожара. Значит, внешние очаги пожара уже локализованы. Сейчас с сотрудниками МЧС осуществляется проверка всего хранилища внутри и техники на возможные остаточные очаги возгорания. Как рассказали представители 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где и произошло ЧП, механик-водитель, который в момент возникновения находился в одной из боевых машин, согласно инструкции, немедленно покинул танк. Пострадало 3 единицы техники, среди личного состава пострадавших нет. На месте еще долгое время работали пожарные, ликвидируя остаточные возгорания. Причины возникновения пожара установит следственная группа, которая приступила к работе незамедлительно. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью военнослужащих части, а также жильцов близлежащих домов нет.